выстрела. Вы готовы? Готов. Приступить к выполнению. Внимание. Стой, стреляй. Контроль за оборотом оружия и боеприпасов, выдача лицензий и разрешений на приобретение и ношение огнестрела, лицензирование частной охранной и детективной деятельности, а также работа среди населения по разъяснению правил хранения, ношения и использования оружия и боеприпасов. Вот уже 55 лет эти обязанности возложены на подразделение лицензионно-разрешительной работы, которые на сегодняшний день входят в состав Росгвардии. В Химках на страже порядка и в сфере оборота оружия работают десятки сотрудников. Подразделения. Граждане, желающие получить лицензию на приобретение оружия, проходят медицинское свидетельство на противопоказание к владению оружием. Также проходят специализированное обучение в школах, соответственно, где сотрудники Росгвардии также принимают участие в приеме данных зачетов. Добавим, что на территории городского округа зарегистрировано 5600 владельцев гражданского оружия. Всего на руках у химчан 11 тысяч единиц огнестрела. С начала года сотрудники Химкинского лицензионно-разрешительного отдела составили 35 административных протоколов за нарушение действующего законодательства. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости Химки ТВ.